Жеки ты побыл? А, с семьей. Я тоже так не ездила туда. Я? А ладно, все. Дубль номер два. Мы едем на Фуд-канал. Я уже к цветам не так отношусь, как раньше. Но это неправда. Я люблю реально цветы. Я люблю, когда он мне их дарит. Сегодня у нас суббота. Мы сейчас собираемся поехать к родителям, потому что родители улетают в Украину скоро. Нам нужно будет их увидеть еще. И потом мы едем на 2 часа к нашим друзьям. Марина, Юра и Алекса. I swore that I would never drink again, but here I go again, man. I swore that I would never drink again, but here I go again. Ew! What's up? Мы собираемся, у нас воскресенье, 2 часа, собираемся проехать и прогуляться по магазинам. Особенно эдамана была самая вкусная. Все было очень вкусно. По названию эдамана. Мой животик просто округлился. Теперь надо перекатиться домой. Идем проводить.
провожать дедушку и бабушку в Украину. Отвезем их в аэропорт. Может быть 14 часов, плюс пересадка час-полтора во Франкфурте, Германии. Так что Украина, жди, жди, жди бабу, деду. Это мяско. Положить на эту пиццу. Там все нарезано. Колбаска разная нарезана, бекон. И разные соусы, зелень разная. Ты выбираешь, какую ты хочешь себе пиццу, что туда положить. Ты можешь положить все, что угодно, сколько угодно. Получается, мы не планировали сюда. Проезжаем площадку, видим такие горки, и мы решили остаться. Едем в ресторан, по дороге буду вязать. Дают бесплатно попкорн. Смотрите, какая очередь. Это такие тачечки, туда ставишь сумку с плюшками.
У нас вместо тачки коляска сегодня. Ставишь сумку, ездишь, не надо тебе носить с собой. Вильямчик, ты куда? Давай, зайка, пойдем. Папа учится. Мой чемпион. Сколько всего ударов дается до лузы? 4 или 4 неправильно? 3. Поставил, он тебя будет бить. Ручку? Давай ручку. Что ты психуешь?